Всем добрый день. Этот видеомастер-класс будет у меня посвящен вот такому вот ангелу. Его еще называют ангел на ладошке. Тут не видно в таком формате. Ну вот, на фотографии видно. Нам понадобится для этого пряжа основного цвета для тела, пряжа для платьишка, пряжа для крыльев. На мой взгляд, лучше, чтобы это было две разных пряжи, чтобы слегка они отличались. Ниточки мулине для вышивки глаз и бровей. И для прически я использовала шерсть для валяния. Вы можете использовать и нитки, можете использовать трессы. В общем, это уже на ваш вкус, на ваше усмотрение. Такая вот пуговка мне еще понадобилась для соединения крылышек. И длинная иголка. Ну, естественно, крючок и ножницы. Ну, давайте начнем. Приступим к вязанию. Начнем мы вязать с ног и туловища. Они будут цельновязанными. Набираем 6 столбиков кольцо амигуруми. И в первом ряду делаем 6 прибавок для того, чтобы у нас получилось с вами 12 петель. Вот сделали 6 прибавок. Сейчас у нас 12 петель. Я на этом этапе ставлю маркер контрастной нитью. Все девочки, кто со мной вяжет, все знают мою любовь. Мою нелюбовь к пластмассовым маркерам и мою любовь вот к таким ниточкам. Так, на следующие 2 ряда мы вяжем просто вверх. Ничего не убавляя, не прибавляя, вяжем 12 петель. 12 петель по кругу, 2 ряда. Провязали 2 ряда. Следующий ряд мы вяжем следующим образом. Мы вяжем 4 убавки подряд. Я здесь делаю не закрытые убавки, а просто убавки. 1, первая убавка. 2 убавка. Постарайтесь вязать потуже убавки. Третья убавка и последняя убавка. Потом четвертая убавка и довязываем до конца ряда 4 столбика. На этом этапе можно немножечко набить ножку, буквально чуть-чуть, пока еще отверстие позволяет. Я спрятала вот хвостик от кольца амигуруми туда внутрь и буквально вот горошину нам нужно скатать. Наполнитель. Даже много я взяла, половину можно брать. Наполнитель нужно набить так, чтобы он нам не мешался. Чтобы при вязании следующего ряда он у нас не подцеплялся, не поддевался. Если что-то где-то он вылезает, вы обрежьте. Выньте его, возьмите поменьше или ножницами обрежьте. Так, ну вот все, я на чуть-чуть набила. Так, следующий ряд мы вяжем следующим образом. Вяжем столбик. Столбик, убавка. Совсем небольшое отверстие у нас получится. Убавка. Столбик, убавка. И 4 столбика оставшиеся провязываем. 1, 2, 3, 4. Вернее, еще один у нас тут будет остался столбик. 5. Всего у нас должно с вами быть сейчас 7 столбиков вот здесь. Дальше 2 ряда мы вяжем 7 столбиков просто вверх. То есть 2 ряда. Я сейчас переставлю маркер и провяжу, это будет у нас 7-8 ряд. Вот такая вот у нас ножка повырисовывается. Следующий ряд мы вяжем 6 столбиков, прибавка. Делаем прибавку. Следующие 2 ряда мы провязываем без изменений. 8 столбиков вверх. 2 ряда. Следующий ряд 11. Вяжем 7 столбиков. В конце прибавка.
Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. В последнюю петлю делаем прибавку. Следующие два ряда мы вяжем без изменений по 9 столбиков вверх. Так, дошли до 15 ряда. Что мы делаем сейчас? Вяжем убавку. Столбик. Две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Два столбика. И делаем в конце убавку. Убавка. 16 ряд. Вяжем два столбика. Далее мы вяжем 4 полустолбика с накидами. Поближе покажу. Делаем накид, столбик, вытягиваем петлю, провязываем. Еще раз. Делаем накид, вытягиваем ниточку и все 3 петли провязываем. Третий столбик и четвертый. Это называется полустолбик с накидом. Дальше вяжем обычные 3 столбика. Раз, два, три. Следующий ряд 17 провязываем без изменений 9 столбиков. Один ряд вверх. Следующий ряд 18. Вяжем прибавку. И 8 столбиков. Два. 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас у нас получилось 10 петель. Вяжем 2 ряда, 19 и 20, без изменений. Следующий ряд. Прибавка 9. 1 прибавка и 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 22 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И провязываем до конца ряда 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Следующие с 23 по 27 ряд. Это значит 23, 24, 25, 26, 27. То есть 5 рядов. Мы провязываем сейчас у нас 12 столбиков. Эти 12 столбиков без изменений вверх. Я ставлю маркер и провязываю 5 рядов вверх без цепи. Наша ножка готова. Мы ее набили, если вы помните, только здесь. Здесь мы ее с вами набивать не будем, потому что она у нас должна будет быть в итоге вот в таком вот сгибе. Иначе, если вы ее набьете, она просто не согнется. Максимум можно, как минимум, можно немножечко набить вот здесь, вот в этой только части. Буквально чуть-чуть, немного. Вот одну ножку мы связали, давайте закрепим нить с вами. Но когда вы свяжете вторую ножку, вы ниточку не обрезайте. Обрезаем мы ниточку только на первой ножке. Все, закрепили нить. Буквально вот я хочу вот столько, наверное, набить. Положить это наполнитель просто для небольшого объема, потому что здесь в этой части у нас должен быть объем. Но старайтесь, чтобы вот, особенно в коленке, ничего не было. Вот так вот. Ну, чуть-чуть надо вот там распределить. Можете вообще здесь не набивать. Ну, вяжем вторую ножку, и далее уже будем вязать тело. Так, девочки, теперь смотрите внимательно. Вот мы с вами должны довязать
вот до сюда. То есть вот у нас коленочки. Коленочки смотрят на нас. Мы довязали вот до этой боковинки. Теперь мы должны с вами провязать 12 петель. Но и вот эту часть соединить переднюю с задней частью. То есть мы таким вот образом сплющиваем. И теперь у нас здесь по кругу 24 петли. То есть мы должны с вами сделать 12 столбиков. То есть мы захватываем и эту петлю полностью, и эту петлю полностью. И провязываем столбик без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Вот видите, мы с вами соединяем. Пять. Шесть. Вот мы с вами довязали до конца. Вот таким образом. Получилось. Здесь у нас должно быть 12 столбиков с вами. Что мы делаем дальше? Мы будем теперь вязать по кругу. То есть мы будем вот так вот переворачиваем теперь наши ноги. Это у нас задняя часть. То есть с этой стороны будет начало ряда. И теперь мы будем вязать и за задние стенки, и за передние стенки. То есть сначала вот здесь, сейчас мы вяжем только за передние стенки. Заднюю стенку мы оставляем. Мы с вами должны опять сделать будем круг. Поэтому мы делаем сейчас пока воздушную петлю подъема. И в эту же петлю, первую самую, мы начинаем вязать. Вяжем следующим образом. Только за переднюю стенку, повторяю, заднюю стенку мы оставляем. Два столбика. Прибавка. Три столбика. Прибавка. Два столбика. Прибавка. И дальше мы довязываем до конца ряда просто 14 столбиков. То есть вот еще один столбик я вяжу здесь. И перехожу уже на передние стенки. Вот мне еще здесь боковушку вот эту я прихвачу, но уже за перевернув деталь и провязав уже вот за вот они наши стеночки, за что мы с вами вяжем. Вяжем вот так вот до конца. То есть спереди мы ничего не прибавляем, не убавляем, просто вяжем обычные 14 столбиков. То есть вяжем так вот, вот до сюда. Вот у нас уже вырисовывается, что мы опять сделали с вами круг. Дальше вяжем два круга, то есть 30 и 31 ряд, по следующей схеме. Вяжем 3 столбика. Один, два, три. Обычно столбика без накида. Дальше 10 столбиков мы должны провязать, 10 полустолбиков с накидом. Делаем накид. Провязываем 3 петли. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. И теперь вяжем здесь 14 столбиков. То есть в оставшиеся петли провязываем обычные столбики с накидом. До конца ряда должно быть 14 столбиков здесь. И следующий 31 ряд вяжем так же. То есть 3 столбика без накида, 10 полустолбиков с накидом и 14 столбиков без накида. Встретимся в 32 ряду. Вот что у нас получается. Это вперед с коленочками, это задняя часть. Теперь следующие 2 ряда мы вяжем обычными столбиками без накида по кругу. То есть 27 столбиков. Вяжем 2 ряда, 32 и 33. Ну что, провязали 34, да, у нас, по-моему, сейчас будет ряд. Да, мы вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида. Обычные. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь 10 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10. И довязываем до конца ряда 12, обычно 12 столбиков без накида. Ряд у нас будет с убавками. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Убавка. 2 столбика. 1, 2. Убавка. И заканчиваем ряд 12 обычными столбиками без накида. То есть провязываем до конца. Должно остаться 24 столбика. И следующий 36 ряд мы вяжем просто обычно обычными столбиками. Без убавок, без прибавок, 24 такие. Так, вот я провязала. Это вперед. Это задняя часть. Дальше вяжем так. Вяжем убавка 4 столбика. Убавка 4 столбика. Так по кругу. Должно получиться 4 убавки. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И еще так 2 раза. Дальше мы будем вязать 7 рядов без изменений. Сейчас у нас 20 столбиков в ряду. Я ставлю маркер. Провязываю первый столбик. И мы будем вязать так до 44 ряда. То есть 7 рядов вверх. Вот я довязала, набила немножко эту часть. Вот у нас с вами вот так вот уже вырисовывается, да, тело с ножками. И нам буквально осталось с вами провязать 2 ряда. 2 убавочных ряда. Вот сейчас 45 ряд мы вяжем 3 столбика убавка. И 46 ряд вяжем 2 столбика убавка. И на этом заканчиваем. То есть сейчас вяжем. Давайте я начну с убавки. Убавка. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. 3 столбика. 1, 2, 3. И так до конца ряда. Следующий ряд будем вязать так же, только уже убавка 2 столбика. Вот, я довязала до конца. Набила. Вот это получилось. Пока затягивать я не буду ниточку, потому что оставила такую подлиннее. Хочу посмотреть, когда свяжется голова, может быть, для шейки сделать себе дополнительно один ряд. Здесь должно быть 12 петель в круге. Так что посмотрим, оставьте нить подлиннее. И начнем с вами сейчас вязать голову. Итак, начинаем вязать голову. Начинаем, как обычно, с кольца амигуруми. Провязываем в кольцо 6 петель. 2, 3. 4, 5, 6. Провязываем соединительный столбик и делаем классические 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка и последняя, шестая прибавка. Здесь я традиционно ставлю маркер. И нам надо с вами дойти до диаметра 24 петли. И этот ряд мы вяжем столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И последний раз. Столбик, прибавка. Следующий ряд вяжем аналогично, только уже делаем прибавку через два столбика. То есть вяжем
2 столбика прибавка. До конца ряда так повторяем. Хочется провязать еще один ряд. Сделать 3 столбика прибавка. 3 столбика прибавка. И так до конца ряда. 2, 3. Прибавка. И так до конца ряда. Я переставила маркер на начало ряда. Теперь мы вяжем без изменений по кругу вверх 8 рядов. Вот мы провязали. Вот наша голова. Теперь мы подошли к убавкам. Убавляем так же обычно. Этот ряд мы вяжем 3 столбика убавка до конца ряда. Следующий ряд убавочный вяжем 2 столбика убавка до конца ряда. И предпоследний ряд вяжем столбик убавка до конца ряда. При этом не забывайте постепенно, да, набивать нашу голову. Вот я связала, набила. А теперь просто провязываем шею. Один ряд, у нас должно остаться 12 петель. Мы провязываем один ряд без изменений. 3, 4, 5, 6, 7. Давайте примерим на тело. Вот, в принципе, все меня устраивает. Можно больше шею делать не нужно, выше в смысле. Будет не очень гармонично. Все, можно на этом этапе ниточку обрезать. На туловище тоже не будем ничего провязывать, значит там у нас будет нить для пришивания. Это тоже можно сделать подлиннее, если что, ее спрячем. Делаем соединительный столбик и затягиваем ниточку. Все, голова у нас готова. Следующим этапом будем вязать ручки. Так, мы продолжаем вязание. Вяжем руки. Вот одну я уже связала, ручку. Вяжется она очень быстро. Очень быстро и легко. Для начала набираем 4 петли в кольцо амигуруми. Провязываем соединительный столбик. Можно пока не сильно затягивать, чтобы удобно было вязать, а потом уже затянуть. Так, и сейчас мы провязываем 4 прибавки. Первая. Вторая. Третья. Сразу же выворачиваем на лицо, чтобы у нас не скрутилось в обратную сторону. И последняя, четвертая прибавка. Сейчас у нас получится 8 петель в ряду. Теперь нам нужно ручку немножко убавить. Для этого мы делаем одну убавку. Провязываем убавку. И довязываем 6 оставшихся столбиков. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Теперь мы ставим с вами маркер контрастной ниточкой и вяжем вверх без изменений 16 рядов. В конце оставляем ниточку для пришивания, обрезаем и затягиваем петельку. Ручки мы не набиваем, они у нас должны свободно гнуться в разные стороны. Ну что, продолжаем вязать. Сейчас нужно нам связать платьице, пока мы не пришили голову. Я уже сделала наметочки для будущих глаз. Для платья возьму вот такую вот тоненькую беленькую ниточку. У меня здесь как раз остаток, я надеюсь, хватит. Будем вязать в круговую, снизу вверх. Длиной оно будет вот примерно 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Где-то 4-5 рядов, отступая от вот этой линии вниз. Ну и вот где-то вот тогда
одного столбика, двух столбиков вниз. Здесь, как мы помним, у нас в окружности 24 петли. Для того, чтобы платье было слегка повоздушнее, я взяла крючок 2,5, то есть немножко потолще, чем у меня здесь. Будем вязать полустолбиками с накидом. Будем вязать по кругу, чтобы не было никаких швов. Давайте начнем. Делаем воздушную петлю и набираем 24 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Обязательно нужно примерить вот на самой выпуклой, да, вот здесь вот части нашей. Может быть, кому-то понадобится больше, кому-то меньше. Все будет зависеть от пряжи и крючка. У меня это прямо как раз хватает. Дальше мы должны замкнуть круг. Последнюю петлю. И провязываем соединительный столбик. Смотрим, чтобы у нас ничего не перекрутилось. Делаем одну воздушную петлю подъема, накид. Провязываем 3 петли. Кто не знает, что такое полустолбик, мы делаем накид. Вот у нас образовалось 3 петли. Полный столбик, когда с накидом идет, сначала мы провязываем 2 петли, потом еще 2. А полустолбик, это когда мы сразу провязываем 3 петли. И вот таким образом мы с вами должны дойти до конца. То есть должны провязать 24 полустолбика с накидом. Дальше мы делаем в конце соединительный столбик. Сейчас я довяжу до конца и покажу. Вот я довязала до конца. Теперь вот это первая у нас была петля подъема, вот значит вот в эту петлю. Мы провязываем соединительный столбик. Вот все, круг у нас с вами замкнулся. Я хочу вывернуть и продолжить уже вязание вот таким образом. Дальше мы делаем опять воздушную петлю подъема и также повторяем наши полустолбики. Вот где-то до первых убавок, то есть вот до сюда, да, мы тоже будем вязать без убавок. То есть постепенно. Постепенно вяжите, примеряйте, и там, где уже здесь вот пойдет у нас убавление, вы также в платье делаете убавки. Убавки, чтобы оно у нас плотненько-плотненько очень облегало наше тело. Ну что, первая примерка. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Мне нужно посмотреть, начинать мне уже делать убавки или нет. Вот так у нас будет. Я думаю, еще один ряд я провяжу и дальше буду уже делать убавки. То есть у нас должно платье получиться вот таким конусом. Очень надеюсь, что оставшихся ниток мне должно хватить. Ну вот очередная примерка. Вот так вот получается. Довольно-таки плотно. Вот так она у нас будет сидеть. То есть еще буквально два ряда я провяжу. Два ряда и все. Я сделала в двух рядах убавки вот здесь. И вот сейчас сделала убавочку. Поэтому она еще подтянется, когда мы все свяжем. И затем уже можно будет пришивать ручки и голову. Но нужно еще провязать два ряда вот здесь. То есть всего я убавила 1, 2, 3, 4 где-то. 4 петли. Сначала 2, вот где-то в этом ряду и вот здесь. Вот такой конус у нас получился. Мы его можем потянуть. И нужно спрятать все нитки. Платье будет сидеть довольно-таки плотно, поэтому пришивать его нам не потребуется. Я убираю, просто вот прокалываю, так, чтобы не было видно. Увожу нитку. Увожу и оставляю ее с изнаночной стороны. Потом я ее обрежу. Эту ниточку на начало мы делаем точно так же, прячем. Вот
Вот что у нас получается. Я уже заколола, приколола ножки. Посмотрела, как она будет сидеть. И я хочу вот первую часть, вот эту, пришить. Вот так. Пришить. А вот здесь уже возможно приклеить. Ну, давайте сейчас посмотрим по ходу. Поэтому давайте сначала приколем. Приколем. Ровненько, чтобы симметричненько все было. Берем иглу с ниткой, такой цвет тела. И сверху продеваем. И выводим там, вот где-то вот здесь, чуть ниже иголки. Оставляем здесь хвостик небольшой, чтобы потом завязать. И теперь небольшой стежок вверх. И выводим сверху. Выводим наверх. Нашу иголку оттуда, откуда у нас сошло. Так, вынимаем иголку, булавку. И смотрим, что у нас получилось. Вот, в принципе, у нас все хорошо держится. Можно даже эту ножку тоже пришить. Так, здесь мы завязываем на узел, чтобы у нас ничего не спустилось. Как можно тоже затягиваем. Лишнее отрезаем, но небольшой хвостик оставляем, чтобы просто его прячем внутри. С второй ножкой делаем то же самое. Так, теперь, наверное, все-таки я решила тоже пришить. Не приклеить, а пришить вот эти части. Также, опять же, через верх. Или даже, наверное, не через верх. А можно вот немножко слегка догнуть платье. Ну, вот где-то здесь давайте фиксируем. Вот чуть-чуть выше, чем иголочка, я буду брать. Хвостик оставляем. Чтобы не было видно, прокалываем стежок. Прокалываем стежок. И желательно нам вывести с вами... Нет, наверное, сразу не получится. Я выведу в этом же месте. Вот здесь. Так, теперь убираю булавку. Теперь нужно в эту ножку мне завести иголку. Для этого я с этого же места, только уже убрала иголку, и уже неудобно. Слегка ниточку растяну, чтобы не так. Так, ну и снова выводим сюда же. Так, ну вот. Все у нас получилось. Дальше мы просто прячем с вами, завязываем здесь узелочек и прячем ниточки внутри. Так, займемся руками. Я решила стянуть вот это вот отверстие. Вот на одной ручке я уже стянула. Прикрепила ее, чтобы не было дырки. Напомню, что ручки мы не набиваем. А затягиваем, как обычно. Продеваем иголку сквозь передние полупетли. И просто тянем. И как кольцо амигуруми, оно скрывается. И дальше, чтобы оно не разошлось, делаем узелок обычный. Ниточку оставим, она нам нужна будет для пришивания. Теперь примерно намечаем, где они у нас будут находиться, где мы будем с вами пришивать, чтобы, напомню, была четкая симметрия. Эти ручки потом можно будет сделать вот так, как будто она обнимает ножки. Смешно с такими глазами. Так, ну, да. Может быть, единственное, чуть-чуть повыше. Не хочется. Наверное, все-таки сделать.
принципе, ручки можно будет пришить, когда у нас с вами будет пришита голова. Тогда уже мы точно поймем. Поэтому давайте, наверное, перейдем к оформлению головы для начала. Вышиваем глазки. Я один уже вышила. В принципе, тут тоже ничего нет. Берем ниточку мулины. Черного цвета, можно темно-коричневого. И работаем с квадратом, то есть с этим столбиком. Сначала вышиваем крестик, подтягивая ниточку. Крестик. Теперь вот так вот обводим у квадрата все четыре стороны. Почему удобнее оформлять голову на этапе, когда она отделена от тела? Потому что удобно ее вертеть в разные стороны. Не мешают ни ноги, ни руки. Так, ну вот последний стежок. И дальше мы с вами, там, где у нас белые промежутки, должны эти промежутки с вами закрыть. Можно делать стежки вот так, можно вот так. Я делаю сверху вниз. Вот теперь несколько стежков вдоль самого глаза. Подтягивая при этом ниточки, распределяя, для того, чтобы глаз не получился слишком плотный. Здесь могут понадобиться плоскогубцы в работе. Поэтому не бойтесь, если у вас вдруг не будет насовываться игла. Так и должно быть. Кто первый раз вышивает, может сначала попробовать связать голову. Такую рабочую. Я, в принципе, сначала так и делала. Особенно глаза, которые цветные. Мы сейчас с вами просто будем вышивать глаза. Ну, только черным. А куколки с цветными глазами, да, с радужкой, со зрачком, требует, так скажем, навыка и опыта определенного. Поэтому сразу на первой кукле, сразу на той голове, которую вы будете пришивать, я бы не рекомендовала вам. Так, ну вот, в принципе, все, готово. Помогаем ниточкам лечь там, где нужно. Я бы еще, наверное, я очень люблю блики. После того, как вышиваются блики, всегда глаз оживает. Но запомните, что блики всегда делаются на одном и том же месте. Так, этот хвост, эти хвосты прячем. Ну, давайте пару блик сделаем. У меня есть половинка от мулине, то есть я ниточкой мулине состоит из 6. Ниток я разделила напополам, то есть у меня здесь 3 ниточки мулины. Давайте сделаем блики на глазах. То есть так, как я сделаю на этом глазу, нужно будет точно так же выполнить и на том. Неудачную иголку взяла, возьму другую. Все в этот же угол. Вот. То есть, соответственно, точно так же у нас должно быть и здесь. Точно так же. Подтягиваем ниточки. И пытаемся прям повторить максимально. Не в другом где-то месте, не так, а именно обратить внимание на все картины и фотографии. Я думаю, одного блика будет достаточно. Не нужно еще. Ну, в принципе, может и можно маленький сделать вот. Хотя нет, глазки маленькие, давайте обойдемся одним бликом. Не будем. Вот. Вот так. Пока оставим. Так, я думаю, наверное, нужно носик сделать обязательно. Вот находим серединку. Берем эту же ниточку, которую мы вязали.
зашивать нос. Нос буквально одним стежком сделаем. Максимум двумя. Так, и все, и уводим на обратную иголку. Сюда вниз. Вот наш носик. Все концы мы потом завяжем и уберем. И я думаю, можно сделать бровки. Их у нас будет видно. Вот, вот так. И вот там берем коричневую ниточку, мулине. Обязательно делаем разметку бровей. Например, мне без разметки очень-очень некомфортно. Я прям никогда не работаю без разметки. Так, ну-ну. Начинаем. Выводим иглу вот здесь, в крайнем левом. Вставляем хвостик. Дальше сюда и выводим вот здесь. Так, и заканчиваем последним стежком. Все, наши бровки с вами готовы. Мы все подтягиваем оба хвостика. Завязываем узелок и прячем внутри головы. Так, чтобы голова у нас держалась очень крепко, я беру ватную палочку, отрезаю только с одной стороны под углом 45 градусов. Срезаю. Та часть, которая мягкая, я ее вставляю в голову. Голову мне пришлось поднабить, потому что она слегка стала мягкой. Вот до такой части. И теперь вставляем сюда. Также вот такими круговыми движениями. Так, ну вот. Теперь для того, чтобы ровно пришить, я закалю еще булавками в нескольких местах, чтобы она у нас была неподвижная. Так, ну вот, все, и начинаем пришивать. Смотрим, чтобы все было ровно. Голова относительно ног. И начинаем прокладывать стежки. Забудьте подтягивать, не забывайте. Я пришиваю, как бы делая изнутри стежки, то есть не поверху, а изнутри. И шьем так до конца. Если будет необходимость, можно пройтись и вторым кругом. Мы пришили, слегка подтянули платье вверх, наметили ручки. Вот я уже иголку вставила. Вывели вот здесь вот в середине нитку. И вот здесь вот нужно нам с вами и платье сподеть, и тело захватить несколько столбиков. Вот, в принципе. И выводим ручку наверх. Смотрим еще раз. Подтягиваем сильно-сильно. Прям подтягиваем. Можем пока убрать, чтобы не мешалось. Если есть возможность, то можно еще. С этой стороны я хочу вывести вот в эту сторону нитку, чтобы потом завязать. Так, все,
откладываем. Теперь выводим тоже в серединке. Видите, у нас нитка здесь сверху, нам надо вот сюда в серединку ее вывести. В серединку и немного в бок. Так. И смотрим. Также прокалываем и платье, и тело. Так, ну смотрим. Да, все ровно. И эту ниточку уводим туда, в ту сторону. Убери сюда. Ну, эту давайте тоже туда уведем. Так будет очень крепко. И дальше там завязываем узелок. Его будет не видно, потому что он такого же телесного цвета. Слегка оттягиваем и уводим сюда же. Подтягиваем наши ниточки. Завязываем здесь узелок. Можно снизу завязать, но мне здесь будет удобнее. Нитка тоненькая, ее не будет видно. Так, и дальше каждую ниточку по отдельности мы прячем. Вводим в тело, вот сюда, или в голову, куда хотите. Ну вот, что у нас получилось. Дальше это уже на ваше усмотрение. Вы можете оставить ручки так, вы можете пришить или приклеить их вот так, как будто она обхватывает коленочки руками. Нам осталось только с вами сделать прическу. Будем ее, я буду делать из шерсти для валяния. И связать крылышки. Пришить. В принципе, все у нас будет с вами готово. Крылышко. Крылья. Две одинаковых детали. Вот одну я уже связала. Буду с вами вязать еще одну. Так. Ну что, набираем. Оставляем достаточный хвостик, чтобы потом его можно было спрятать. У меня будет немножко ниточка потолще, чем я вязала самого ангела. Поэтому крючок тоже я взяла 2,5. Так, набираем в нашу цепочку 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем во вторую петлю от крючка 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петлю подъема и переворачиваем. Так, мы сделаем еще 4 раза. То есть по 4 петли. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый. Воздушная петля, поворот. Это мы первый ряд связали. Не первый ряд, первый раз. Из 4. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля. Это мы второй раз. Из 4. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля. Третий раз. И вяжем крайний, последний повтор. 4. И воздушную петлю провязываем, поворачиваем. То есть сейчас мы закончили 5-й ряд. Вяжем 6-й ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Дальше не переворачиваем, а вяжем вот по этой стороне. Здесь мы с вами должны провязать 5 столбиков, вот равномерно распределяя по этой стороне. 5 столбиков нам нужно провязать. Примерно прикиньте, где они у вас будут. 1, 2, 3, 4 и 5. Смотрите, чтобы не было дырочек. То есть поддевайте петли так, чтобы не образовалось вот здесь никаких дырок. Так, 5 столбиков провязали. Дальше делаем разворот и вяжем 5 воздушных петель. Вот смотрите, вот мы закончили с вами вязать, да? Вот мы провязали.
Дальше поворачиваем и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем. Теперь вяжем по воздушным петлям во вторую петлю от крючка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Перешли уже, да, на основное полотно. 6, 7, 8. Дальше делаем вот на этом сгибе. Делаем прибавку. Прибавка. Прибавка. И провязываем оставшиеся 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем. Дальше вяжем убавку. Вот первая у нас дырочка. Вот сюда вяжем убавку. И теперь вяжем до конца ряда. По-моему, 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, все верно, 12. 12. Делаем поворот. Вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Дальше, начиная также со второй петли от крючка, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 13 петель провязываем и провязываем сейчас убавку. Убавка. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем. Теперь вяжем просто во все столбики, по-моему, 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Поворачиваем. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Со второй петли от крючка провязываем 13 петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, еще одно, 14, и делаем убавку. 14 петель, убавка. И дальше мы продолжаем вязать вот здесь. То есть надо нам с вами 10 петель распределить вот по этому краю. То есть вы примерно прикиньте, где это будет. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5. Может быть, будет и больше у вас получится петель, ничего страшного, не обязательно 10. Главное, чтобы расстояние между петлями было одинаковое, чтобы нигде ничего не тянуло, а где-то не было дырок. То есть мы довязываем до начала нашего вязания. Вот до этого хвостика нам нужно довязать. Поэтому распределите петли так, как... Все, крылышко у нас готово. Оно такое немножко вогнутое. Кто-то может так оставить. Ниточку отрезаем. Затягиваем ее. Вот. Я рекомендую вам, когда вы свяжете оба крыла, я рекомендую вам их постирать. И если нужно, сделать ВТО. Когда они уже высохнут, мы их будем... примерять и пришивать уже к готовому изделию.
Ну вот, все они у меня постирались. Теперь они вот такие ровные. Я уже примеряю будущую прическу, пока ее отложу. Давайте пришьем крылышки. Сначала нужно их выровнять относительно спинки нашей, наметить, как мы их будем пришивать. Так, и дальше уже посмотреть, как это будет спереди и не будут ли они нам мешать, когда она будет сидеть у нас. Нет, все хорошо, только вот нужно очень хорошо постараться, может быть, даже закрепить в нескольких местах. Так, ну вот, я думаю, сейчас их не просто, да, пришить, а сделать вот либо такую пуговку, хендмейд у меня есть, либо вот такое вот сердечко сюда пришить. Пока я не знаю, сомневаюсь. Я еще думаю, здесь, наверное, как вам удобнее, можно приклеить, да, все это дело по всей поверхности. Не только в одном месте, например, пришить, да, прихватить, но и вот здесь, например, чтобы они так плотно держались, крылышки. Наверное, да, наверное, я лучше приклею. А потом уже пришью пуговку. Так, ну, в общем, действовать будем в следующей последовательности. Сначала мы пришьем вот нашу пуговку, поскольку я решила их все-таки приклеить крылья. Когда я их приклею, да, к кукле, уже пришивать мне будет очень неудобно. Поэтому я решила, что сначала я должна пришить пуговку. Закрепляем нитку. То есть мы будем пришивать вот за эти выступающие места. Закрепляем ниточку. Теперь в это же место, только на другом крылышке. Также мы зацепляем и затягиваем. Если не получится симметрично с первого раза, то ничего страшного, мы здесь можем работать столько, сколько нам нужно. Пришивать, перешивать. Сейчас мы еще свободно можем двигать наши крылышки. Вот. Все, видите, с первого раза получилось. У вас, я думаю, тоже получится все с первого раза. Если не получится, то ничего страшного, можно распороть и перешить. Поэтому из-за того, что я пришиваю сначала пуговку, то мне подошла вот пуговица такая. Такую бы я пришить с вертикальным положением дырочки я бы не смогла. Довольно-таки крепко нам нужно затянуть, несколько раз пришить. Так и делаем на изнаночной стороне узелок, чтобы ничего у нас не распустилось. Можно, конечно, девочки, сделать и без пуговки, можно просто пришить, но мне показалось, что так будет интересней. Так, ну вот, что у нас получилось. Также мы берем иголочки, выравниваем относительно центра спины, закалываем. Я хочу приклеить для того, чтобы не было видны швы здесь, поскольку их нужно нам приделать очень крепко, чтобы никакие ниточки не растянулись. Вот, да, все очень хорошо. Сидит она тоже хорошо. А сердечко можно будет вот в руки потом сюда сделать, поэтому я его пока оставлю. Вот, поэтому сейчас я возьму клей. Клей я буду использовать не горячий, а прозрачный момент кристалл. Вот такой вот у меня. Уже работаю только им. Помимо горячего клея пистолета, работаю им. Так. Уже, наверное, не знаю,
упаковок у меня закончилась. Меня он очень устраивает всех. И теперь аккуратненько вот наносим в тех местах, где у нас будет приклеено, по центру обязательно. Он, правда, попахивает слегка клеем, да, но он очень быстро выветривается, очень быстро. Так. И теперь нам нужно постараться в центре это все дело разместить. Так, здесь все ровно. Здесь все ровно. Теперь мы, чтобы все это схватилось, мы закалываем в нескольких местах. Закалываем и оставляем высыхать. Буквально через 10 минут уже все будет готово у нас с вами. Так, давайте поговорим про прическу. Здесь полет фантазии у вас может быть вообще неограниченный, да, поскольку мы будем делать прическу из шерсти для валяния. Это настолько удобный, на мой взгляд, материал, что им можно работать и создавать вообще любые прически. Можно сделать локоны, можно сделать хвост. В общем, вообще полет фантазии здесь не ограничен. Я хочу сделать такой вот с пробором посередине, вот здесь вот с загогулинами, да, то есть вот так вот оно будет посередине с пробором. Никаких челок не будет, здесь все будет закрыто. Какой я использую материал? Вот у меня обычная шерсть фирмы Гамма. Шерсть для валяния тонкая. Цвет называется 0770 суровый. И эта же фирма у меня игла для валяния номер 38. Пока крылышки высыхают, оставлю иголки. Так, вот смотрите, я оторвала, отрезала, да, необходимое мне количество. То есть вот она в таких вот продается, такими. Назвать такими отрезами, да, то есть вы стараетесь неровно вот резать, чтобы у вас было, а слегка под углом, чтобы как бы край был такой вот за, ну, так скажем, плавно оторванный, даже не отрезанный, а вот как здесь, плавно оторванный. Это более естественно, нежели мы ровно вот так вот отрезаем, да. Нам понадобится два отрезка небольших. Нужно сначала примерить и отметить середину, заколоть иголочкой в нескольких местах, чтобы понять, нам сколько нужно еще, чтобы вот здесь вот не было дырки, да, то есть это у нас пойдет отрез на переднюю часть. Теперь нам нужно совсем небольшой отрез сделать вот сюда. Так, для этого также я вот люблю, конечно, когда оно, знаете, отрывается, это гораздо более натурально выглядит. Но иногда бывает, что оно и не рвется. Вот видите, вот эта часть у меня такая естественная получилась, а эту я когда-то отрезала. Поэтому здесь мне придется поработать руками, чтобы придать более естественную форму. Потому что нам нужно, чтобы на концах был объем меньше, чем здесь. Вот для чего это нужно. Так, и вот так вот мы. Распределяем. Нам нужно, чтобы не было никаких просветов. Да? Чтобы просветов никаких не было. Сначала мы должны будем привалять вот эту заднюю нашу часть. Заднюю часть. Также ищем середину, чтобы все было ровно у нас. Вы можете, если где-то у вас будет просвет, в процессе вы без проблем сможете добавить, да, такой вот. Так что не переживайте, если где-то что-то вдруг, лучше добавить какой-то небольшой кусочек. Так, вот, значит, это задняя часть. И теперь пробуем. Возьму термин из... швейный термин. Наметываем. Делаем наметку. Делаем примерку, потому что без примерки сразу... Даже у опытных мастеров ничего не бывает. Так, ну вот. Вот так у нас должно с вами получиться. Можно, когда мы приваляем вот здесь пробор, да, мы будем приваливать, в принципе, только вот здесь. Нам нужно с вами сделать пробор. И когда мы приваляем пробор, у нас все с вами будет держаться. Вот здесь мы можем и заплести косичку, да, и как-то убрать. В общем, нам сейчас самое главное сделать ровную линию пробора. Для этого вот эта наметка из этих... из иголочек, она нам и помогает, она нам служит неким ориентиром.
Так. Ну вот, все. Я наметочку сделала. Теперь начнем самый интересный и захватывающий процесс. Берем иголочку для валяния. Они есть с ручками, мне просто, ну, удобнее делать так, я привыкла уже сразу. И что означает приваливание? Поскольку на иголочке вот здесь есть зубчики, они вкалывают шерсть, да, прокалывают, но не дают ей обратно вылезти. И теперь мы с вами вот так вот прокалываем шерсть вместе с головой. Пока я это делаю медленно и осторожно, затем уже впоследствии, да, когда мы вынем иголочки, мы это будем уже делать быстро. Сейчас мы просто пока... И аккуратнее смотрите, поскольку изделие маленькое, не проткните нас насквозь. Аккуратно руки берегите. Так. И осталось у меня вот здесь вот это. Так вот. С этим, мне кажется, заданием справится человек, который вообще отношения не имеет к валянию игрушек и шерсти. Это, мне кажется, самое-самое легкое. Самая легкая прическа с пробором посередине. В принципе, линию мы уже сделали, поэтому иголки все, наметку для удобства можно убрать. Насколько глубоко нужно прокалывать, ну это вы смотрите по своим ощущениям. Где-то не доходя до середины головы, девчонки. Ну где-то вот настолько я прокалываю. Убираем последнюю булочку и лицо. Пока можно вот так вот подхватить. Голову, опять же предупреждаю вас, аккуратнее руки. Не надо вот с такой бешеной силой здесь прокалывать. Здесь требует внимания и концентрации, чтобы нам сделать линию пробора очень четкой. И вот так вот прокалываем. Прокалываем несколько линий, несколько раз вот по этой линии. Туда-сюда. Так делаем, чтобы у нас крепко наша шерсть привалялась. Ничего сложного, да, здесь нет. Так, дальше. Вот одну сторону это я пока просто примерила. Дальше нам нужно с вами, чтобы вот так у нас, да, не оттопыривалось ничего. Мы должны привалять вот здесь вот где-то на уровне, чуть-чуть ниже глаз. Ну как привалять? Не так, как мы сделали здесь, а в нескольких местах. Так, слегонца. В нескольких местах. Вот. Вот таким вот образом, чтобы оно слегка, так скажем, держалось, да? И дальше уже, смотрите, вы можете здесь заплести косичку. Вот так вот сделать вниз. Я все-таки хочу сделать вот такой вот рогалик. Поэтому я закручиваю прядь. И вот так вот ее закручиваем. Вводя конец вот сюда вот назад. Вот такой рогалик получился. И теперь мы вот этот вот хвостик должны с вами привалять вот сюда, вовнутрь. Так. Потом серединку рогалика обязательно, чтобы все держалось. В общем, там, где вам хочется заколоть, да, там вы, собственно говоря, и закалываете. И также, вот оно все уже крепко держится, мы делаем с этой стороны. Вот результат нашей работы. Крылышки пока еще оставлю, пусть цепляются. А ручки я решила тоже вот приклеить вот сюда. Поэтому возвращаем наш клей. Надеюсь, у вас оно у вас все получилось. Так. И буквально несколько капель. На одну ручку и на другую.
берем наши иголочки. Там, где у нас клей, в нескольких местах крепко, крепко прижимаем, для того, чтобы руками нам не держать 20 минут. Все, девочки, вот такой ангел на ладошке у нас готов. Я надеюсь, что у вас все получилось. Вот, через полчаса, через 20 минут можно все это вынуть, и все у нас изделие с вами готово. Спасибо, подписывайтесь на канал, будем обязательно делать что-то еще такое интересное, оригинальное. Обязательно что-нибудь придумаю. Можете, в принципе, написать здесь в комментариях или в Инстаграме, или ВКонтакте. Можете написать мне, что бы вы хотели, чтобы я сняла на видео. Потому что я знаю, многие любят все-таки работать, смотреть по видео, нежели в каком-то текстовом формате, да, смотреть и изучать. Ну, мне тоже изначально было интересно смотреть, да, за другими мастерицами, как, что они делают. Люблю очень подсматривать все различные такие какие-то нюансы, да, работы. Ну все, спасибо. Всем жду вас на своем канале.